Был морозный декабрьский день. Снег с утра шел не переставая. По городу без устали бродил колючий леденящий ветер, который своим протяжным громким свистом словно говорил горожанам, что сейчас он является царем и главным хозяином улиц. Но ни погода и жгучий скрипучий мороз не были способны напугать Михаила, который с самого утра неторопливо ходил по опустевшим городским улицам и задумчиво глядел по сторонам. Мужчина был одет в дырявую осеннюю куртку и порванные затертые сапоги, которые не предназначались для ношения их в такую снежную погоду. На его поседевшей голове красовалась маленькая шерстяная шапочка. Михаил задумчиво остановился возле огромных мусорных контейнеров, стоявших неподалеку от жилого дома, и принялся воодушевленно искать себе обед. Уже несколько часов урчание в его животе напоминало мужчине о том, что организму необходимо подзаправиться. Контейнеры были переполнены тяжелыми пакетами, что обрадовало Мишу, надеявшегося на то, что ему в этот раз повезет, и он сможет сытно вкусно поесть. Мусорные контейнеры таили в себе много сюрпризов, которые бывали как приятными, так и не очень. За несколько лет жизни на улице Михаил очень хорошо это понял. Иногда он находил в них целую курицу, которая хоть и протухла слегка, но выглядела весьма аппетитно. В такие дни мужчина устраивал себе праздник живота и даже звал на обед друзей без определенного места жительства, как и он сам. Порой ему попадались то почти свежие румяные булочки, то нетронутое молоко, то слегка подпорченные пирожки. Все это Михаил уплетал с огромным удовольствием. В тот день мужчина также рылся в мусорном контейнере лодочки в поиске пищи, когда на него обратили внимание выходившие из дома грузчики, которые привезли мебель для какого-то счастливого человека, способного позволить себе что-то новенькое. «Слушай, Костик, сегодня прямо наш день!» Довольным радостным тоном произнес один из молодых людей, весело хлопнув друга по плечу. «Мужик, которому мы спальный гарнитур привезли, оказался нереально щедрым. Теперь я, наконец, смогу купить тот телефон, о котором так мечтал. Теперь мне хватит на него денег. Лучше бы мы домой пораньше сегодня отправились!» С досадой буркнул светловолосый краснощекий парень, раздраженно посмотрев на товарища, светившегося от счастья. «Придирчивый оказался заказчик. Сегодня у моей матери день рождения. Лучше б я провел этот день с ней, а не выслушивал капризы скучающего без дела старика». «Что ты вечно ноешь и ноешь? Тебе что, деньги не нужны? Сходи в магазин и купи маме какой-нибудь подарок. Порадуй ее. Ты пойми, что есть на свете вещи важнее, чем деньги». «Что за ерунду ты несешь? Что может быть важнее денег?» «Внимание и забота», – мечтательно произнес молодой человек. «За деньги всего этого не купишь». «Ага, ты тогда прояви внимание и заботу о том голодном бездомном, который уже час копается в мусорных пакетах. Отдай ему свои 5000. Ну что, слабо? Тоже мне философ отыскался», — сказал грузчик и злорадно, звонко захохотал. Краснощекий блондин после слов товарища судорожно вытащил из кармана 5000-ную купюру и, подойдя к Михаилу, уверенно протянул ее ему со словами: «Ну все, дядя, теперь ты будешь настоящим миллионером. Сегодня и тебе удача улыбнулась. Теперь ты не простой бомж, а богатый. Ради бога, помойся, от тебя дурно пахнет». Парни дружно засмеялись и, окинув Михаила презрительным снисходительным взглядом, отправились дальше. Ошеломленный мужчина остался стоять в оцепенении, не в силах поверить в то, что судьба ему внезапно улыбнулась и столь щедро его вознаградила за все мучения и трудности,
с которыми мужчина столкнулся на улице. Миша был необычайно счастлив. Он крепко сжимал в замерзшей ладони 5000-ную купюру и молчаливо вздыхал, вспоминая дни, когда его жизнь была беззаботной, легкой и благополучной. Тогда Миша был уверен в том, что каждый его день всегда будет праздником. Михаил считал себя везунчиком, счастливым человеком, которому все достается без особого труда. У него была красивая, заботливая жена и работа, за которую он получал приличную зарплату. Но в одночасье мужчина лишился всего. Он никогда внимательно и бережно не относился к деньгам, уверенный в том, что они будут и дальше легко доставаться. Михаил жил ни в чем себе не отказывая, ни копейки не откладывая и получая все, о чем мечтал. У него с женой нередко возникали разногласия на этой почве. Супруга упрекала Мишу в том, что он не думает о завтрашнем дне, не экономит и не бережет деньги. Мужчина запросто мог потратить половину зарплаты за один вечер, проведя его в кафе вместе с друзьями. Вскоре у него на работе возникли серьезные проблемы. Михаил попал под сокращение, и его уволили. Он остался дома без денег и стабильной зарплаты, к которой привык. У мужчины началась черная полоса. От него ушла жена, заявив, что не будет жить с нищим, неприспособленным к жизни бездельником. После ухода жены возникли проблемы и с жильем, которое он снимал больше 5 лет. Михаил не копил на собственную квартиру, не думал о будущем, поэтому очень скоро оказался на улице. Но суровая реальность, с которой ему пришлось столкнуться, многому мужчину научила. Он спустился с небес на землю и с горечью разочарования осознал, что все в жизни достается тяжким, упорным трудом. Сидя холодными вечерами в богом забытых старых подвалах, Михаил нередко мечтал о том, что однажды судьба сжалится над ним и пошлет бездомному голодающему мужчине немного денег. Он представлял себе эту картину и, тяжело вздыхая, размышлял, на что бы потратил неожиданно появившиеся у него деньги. Миша твердо решил, что не станет покупать еду, которая забудется через несколько часов. Вместо этого он постарался бы приумножить то, что имеет. Стоя возле контейнера с мусором и держа в руке крупную купюру, Миша посмотрел на свои ноги и резко покачал головой. Он отправился на рынок и купил себе самые дешевые сапоги и старую, но аккуратную теплую куртку. На оставшиеся деньги мужчина скупил самые дешевые мужские носки. У него был тщательно продуманный план. Рано утром Михаил сел в электричку и начал предлагать женщинам свой товар возбужденным, одухотворенным голосом. Он был очень убедителен и красноречив. «Милые дамы, хранительницы домашнего очага, покорительницы мужских сердец, вы хотите, чтобы ваши мужья всегда смотрели только на вас? Чтобы вы для них были непревзойденной королевой, единственной царицей их сердец? Тогда купите эти модные, качественные, необычные мужские носки. Вы спросите, в чем их необычность? Пусть это будет маленьким секретом, но мужчины, которые носят эти носки, никогда не уйдут на сторону. Их тянет только домой. Они всегда преданны, заботливы и верны. Эти уникальные носки – залог вашего семейного счастья. Купите и будьте счастливы! Не пожалеете!» Женщины, сидевшие в электричке, стремительно разбирали носки, несмотря на то, что стоили они в 5 раз дороже, чем любые другие. С утра и до самого вечера Михаил продавал свои волшебные носки, обеспечивающие счастливую семейную жизнь влюбленным парам. На вырученные деньги он снова брал такие же и продолжал усердно, неустанно работать.
Вскоре необычайно предприимчивому, креативно мыслившему мужчине удалось заработать достаточно денег на то, чтобы восстановить документы. Спустя несколько недель непрерывной усердной продажи носков мужчина снял маленькую комнату в старом общежитии и обрел крышу над головой. Теперь дело Михаила приносило стабильный доход, который с каждым днем увеличивался. Мужчина вскоре стал продавать не только носки, но и другие мужские вещи, которые у него всегда раскупались, как горячие пирожки. Так прошло 3 года. За это время Михаилу удалось добиться огромных успехов в бизнесе. Он смог открыть сеть магазинов, в которых можно было найти мужскую одежду на любой вкус, кошелек и возраст. В городе его магазины пользовались огромной популярностью и приносили Мише высокий доход. Он больше не жил в маленькой тесной комнатке. Мужчина смог купить себе уютную просторную квартиру с хорошим ремонтом и красивым видом из окна. Несмотря на то, что денег у Михаила теперь было немало, он старался экономить и разумно тратить то, что зарабатывал. Мужчина открыл счет в банке и начал откладывать деньги. Какую-то часть из них надежно инвестировал, уверенный в том, что о завтрашнем дне необходимо думать сегодня. Сидя вечерами в своей богато обставленной гостиной и держа в руке бокал дорогого итальянского вина, успешный известный бизнесмен нередко мысленно возвращался в прошлое и вспоминал тяжелые дни, выпавшие на его долю. Перед его глазами не раз вставали те самые молодые грузчики, которые, сами того не подозревая, решили его судьбу. Однажды Михаил случайно встретился с тем самым парнем, который в тот судьбоносный день протянул ему 5000-ю купюру и произнес слова, ставшие пророческими. Теплым летним вечером мужчина выходил из лучшего в городе ресторана, где сытно поужинал в компании близких друзей-миллионеров. В этот момент он и увидел молодого человека, давшего ему когда-то деньги. «Эй, парень, постой-ка на минутку!» – воскликнул удивленно Михаил. Молодой человек резко остановился и, обернувшись, вопросительно посмотрел на него. По его рабочей одежде Миша понял, что тот все еще работает грузчиком. Он подошел к недоумевающему молодому человеку и, вытащив из кармана кошелек, достал оттуда 10 5000-ных купюр. «Держи, это тебе!» – с улыбкой на лице произнес Михаил, протягивая деньги ошеломленному грузчику. «Несколько лет назад ты сказал мне слова, которые решили мою судьбу. Ты тогда оказался прав. Те 5000 рублей, которые ты мне тогда дал, круто изменили мою жизнь. Они принесли мне несказанную удачу. Так пусть эти деньги принесут тебе благополучие во всем». Молодой человек опешил от неожиданности. Несколько секунд он потрясенно смотрел на Михаила, стараясь понять, говорил ли он серьезно или нет, а потом, заметно оживившись, охотно взял у него деньги. «Спасибо вам большое!» – восторженным почтительным тоном сказал парень, с благодарностью и восхищением глядя Мише в глаза. «Вас мне послал сам Господь. Вы даже не представляете себе, как сильно я нуждался в этих деньгах. Сегодня мне попались не такие щедрые клиенты, как в тот день, когда мы с вами впервые встретились. В моем кармане не было ни копейки. Я умудрился вляпаться в ужасную историю. Через час ко мне должны приехать бывшие друзья, которые требуют у меня возвращения долгов и угрожают. Вы просто спасли мне жизнь. Я этого никогда не забуду. Я тоже не забуду тот день, когда ты изменил мою судьбу», — ответил Михаил и ушел, звонко похлопав улыбающегося парня по плечу. Миша давно понял тот факт, что судьба является лучшим учителем, хоть ее уроки иногда бывают чрезмерно суровыми и болезненными. Также он убедился в том, что в жизни обязательно все возвращается бумерангом,
Поэтому необходимо всегда оставаться честным и справедливым. Ведь благополучие, удача и счастье обитают только там, где царствует непоколебимая справедливость.